Команда всех поздравляю с началом первой недели третьего каталога. Я тут вам не случайно на заставке поставила банкетную сервировку, так как у нас до открытия, не до открытия, так как у нас до квалификации открытия старшего менеджера осталось 43 дня, чтобы успеть пройти квалификацию на банкет директоров, я решила вам поставить такую аватарку, чтобы показать красоту банкетной сервировки. Я прям вот всегда смотрю с таким наслаждением и вспоминаю все свои банкеты. И вот эти вот ленточки. Презентацию не видно? Так. А сейчас ага, все хорошо. Вот, и я вот эти ленточки храню, и знаете, куда я их потом приклеиваю? Я их приклеиваю на коллаж мечты. Коллаж мечты, делаю бантики и сюда приклеиваю прям такую красоту. В общем, вот. Всех поздравляю с первой неделей. И первая неделя у нас, девчонки, с вами, это личный товарооборот. Поставьте плюсики, кто уже сходил в свой личный интернет-магазин, кто уже пошопился, кто уже себя любимым порадовал, кто уже купил подарки на 23 и на 8 марта. Вообще этот каталог, он должен быть самым бомбовым, он должен быть самым мощным по товарооборотам, потому что у нас этот каталог захватывает два праздника. Это 23 февраля и 8 марта. Вы понимаете вообще, что можно вообще сотворить в этот каталог, в этот период? Как сегодня говорил Виктор Афонин, брать каталоги, выходить в поля и собирать большие-большие заказы на подарки. Вот, я уже сходила в свой личный интернет-магазин, а ты уже научился организации личного товарооборота в 150 баллов. Новичок, если ты новичок, ты научился организации ЛТО, ты разобрался со всеми выгодами от 150 баллов. Нужно обязательно разобраться и понять, потому что делать 150 баллов бонусов очень выгодно, очень выгодно. Это на начальной стадии кажется, да, что ой, такая сумма, но мы же все сюда пришли деньги зарабатывать. Мы же все здесь предприниматели, значит, нужно предпринимать какие-то действия, да, чтобы научиться организовывать 150 баллов. И на самом деле организация личного товарооборота в 150 баллов – это самое легкое вообще в нашем бизнесе. Если ты не научился организовывать личный товарооборот, срочно изучай тему личного товарооборота и учись организовывать личный товарооборот в нулевой день. Как минимум 150 баллов бонусов. Просто нужно поставить себе галочку, да, что мне надо научиться, я хочу получать свои первые скидки, я хочу видеть свою скидку, я хочу научиться. Потому что если вы не будете уметь организовывать личный товарооборот 150 баллов, к вам будут приходить ваши партнеры, и они тоже не будут уметь организовывать личный товарооборот. Потому что все начинается с вас. Так что это навык. Делаем личный товарооборот с любовью, с благодарностью. Вот я сходила в свой собственный интернет-магазин в нулевой день. Что я себе купила? Краску для волос, видите, да, у меня уже цвет смылся, мне его надо красить, да, обновиться. И даже то, что на краску нету скидки, но мне надо, у меня же свой собственный интернет-магазин, я ее покупаю. Дальше, что я купила? Я взяла набор шведский спа за 299 рублей. Сейчас идет акция. Все, кто выполняли условия
по-моему, там надо было сделать 50 баллов бонусов, и вы получаете возможность заказать набор шведский спа с 70% скидкой. Он добавляется на втором шаге. То есть вы сделали заказ, прошли на второй шаг, и как по стартовой программе и 50% скидка, да, я тоже очень жду, добавляете просто его в свою корзину. Дальше, что я купила? Антивозрастную тональную основу. Вообще обожаю ее просто. Вообще просто, ну просто песня, ну просто вот она ложится на кожу, прям ах. Вот эту тональную основу люблю и тональную основу The One Aqua Boost. Вот эти две тональные основы очень здорово. Именно вот они делают кожу такой увлажненной, очень плотной, такая вот текстура, и мне вот очень не нравится. Да, еще шелковая тональная основа Giordani Gold, тоже классный тональный крем. Дальше, омега-3, ее пока нету в наличии, она у нас идет по подписке. Дальше, Wellness Pack мужской по подписке, детские витамины по подписке, 100 баллов подписка Wellness Life Plus, это витамины и коктейль. Видите, какая у нас уже сумма за 100 баллов, да? Это коктейль за 1618, он идет уже почти с 50% скидкой у нас. 3 года, да, это Life подписка плюс. И Wellness Pack. Очень удобно. Вообще вот просто разберитесь и поймите, что это инвестиция в ваше здоровье и очень выгодно со стороны бизнеса. И к оплате за все это у меня вышло 2600. Вот, ну, просто красотень. Так что бегите в свой интернет-магазин, покупайте все для себя и наслаждайтесь. И у нас... Важное событие в нашей команде Пономаревых. Я поздравляю от всей души нашего партнера Наташу Кузнецову с открытием сервисного пункта обслуживания в Горнозаводске. Наташа, ура, я тебя поздравляю. Я знаю, через что тебе пришлось пройти. И ты тот человек, который ставит цель и достигает ее. Я тебя поздравляю. Я сейчас тебе позвоню, и, пожалуйста, поделись с командой, расскажи свои эмоции и всех своих девчонок перенаправляй в свое СПО. Сейчас, Наташа, я тебе позвоню. Очень важное событие в нашей команде сегодня, очень рада. Наташа, ты в прямом эфире. Мы тебя с командой поздравляем с открытием СПО. Очень важное событие в нашей команде. Я тебе аплодирую, я тебя поздравляю. И, пожалуйста, поделись своими эмоциями. Ой, да вы что, я ревела сейчас, не остановить. С полчаса, наверное. Рада, конечно, очень, что наконец-то это все свершилось. Третьего каталог уже начнет функционировать, слава тебе Богу. Мы тебя поздравляем, девчонки пишут в чате, мы тебя поздравляем. Я тебе желаю мощность товарооборота, как минимум собрать директорский товарооборот. И рассказывай, что вообще ты там задумала с этим СПО. Ну, во-первых, пункт выдачи заказов, во-вторых, макияж, да, uh-huh. Уже не секрет, что я отучилась до курсов, сейчас уже пошла на дополнительный именно от Oriflame, от Алены Терещенко. Ну и цель у меня сейчас конкурс визажистов выиграть. Мы за тебя болеем всей командой, вообще прям всей командой за тебя болеем. Когда начинается старт? Спасибо. В четвертом каталоге будут известны все подробности. Ага, все понятно. Ну давай, Наташа, я тебя поздравляю. В общем, давай, мы тебя еще раз поздравляем. Я вообще прям тоже, я очень-очень рада, потому что я уже было не верила, что ты дойдешь. Но ты это сделала, ты прям вообще молодечек. Давай, Наташа, все, спасибо тебе. Спасибо большое. Ну, давайте, пока-пока. Давай, пока. СПО открывается с третьего каталога.
Я прям вообще тоже очень-очень-очень рада. Сегодня утром еще было неизвестно, да, нет, но все, документы все пришли, все уже оформлено, и теперь в нашей команде есть тот человек, у кого есть свое СПО, у кого есть люди, партнеры, консультанты, всех перенаправляйте к Наташе, и уже можно делать заказы, будет с третьего каталога именно на Наташин СПО. Так, столько событий, вообще просто я прям вообще кайфую. Я сейчас... Да ты что? А сколько километров, Яна, напиши? Вы что там, в одном районе, что ли? Здорово. Так, я сейчас хочу немножечко пробежаться по преимуществам и подаркам для новичков. Девчонки, мальчишки, не забывайте, да, что если у вас пришел новичок, и у него есть такая возможность в течение 3 суток разместить заказ на 1000 рублей, а сумма консультанта это 800 рублей, будет бесплатная доставка и регистрация. Ну все здорово, Яна, будешь, значит, ездить к Наташе, вы с ней познакомитесь, будете там макияжи мутить, все дела, в общем, спишитесь. Вот, будет бесплатная доставка и регистрация. Дальше, если в течение 21 дня ваш новый консультант размещает заказ на 50 баллов бонусов, он получает через каталог возможность заказать 50% скидкой любой продукт, кроме системы Wellness и кроме наборов на Wage. Также, если ваш новичок размещает в течение 21 дня заказ на 100 баллов бонусов суммарно, да, он получает аромат Люсия за 199 рублей с 90% скидкой. Дальше, если ваш новичок разместил и оплатил единовременный заказ на 50 баллов бонусов, он попадает до 7 марта в розыгрышную таблицу на боксы. И вы участвуете вместе со своим новичком. Сегодня уже был такой розыгрыш. Из команды «Парус» девочка выиграла телефон. Так что участвуйте, еще целый каталог у нас с вами впереди. Так что будем пытать удачу. Напоминаю, да, что кто выполнил условия на шведский спа, не забывайте добавлять на втором шаге этот наборчик заказ. И я хочу поздравить наших партнеров, наших девчонок, кто прошли первый шаг по программе «Все в плюсе». Это Канашина Лидия, это Сосолетина Катя, это Оля Диль, это Третьякова Яна, это Кудинова Тамара. Девчонки, я вам аплодирую, вы большие молодцы, вы выполнили план. Я вам желаю с этой программы не сворачивать. Я желаю вам забрать все бонусы, которые объявила компания, и роста вам, и новых уровней. И у нас в команде опять события. Я прям вообще такая счастливая. Подарки в нашей команде, команде Пономарев. Это Канашина Лида, она выиграла у нас бокс от Копани Беркеш. Это смарт-часы и бокс за рубль, за 1 рубль, почти что стоимостью на 30 тысяч рублей. Сейчас я от Лиды включу голосовое сообщение, и Лида записала нам сообщение. Я хочу рассказать вам о том... Напишите, слышно ли, плюсики поставьте. Компания Oriflame запустила акцию на розыгрыш бьюти-боксов. Бьюти-боксы можно получить за приглашенных новичков, и спонсоры вот получают такие подарки. Я уже получила 2 бьюти-бокса за то, что пригласила новичков организовать им заказы от 50 баллов. И за счет этого получила 2 гарантированных подарка, 2 бьюти-бокса, номер 1 и номер 2. И один бьюти-бокс я выиграла от Беркеша Купани, вице-президента по коммерческому маркетингу и продажам. Вот. Приехал мне бьюти-бокс, до последнего не верила, что там действительно будет такой бокс, вообще не верилась.
Вот, забрала его домой, мы открыли, посмотрели. А в этом бьюти-боксе, конечно, очень классные подарки. Мы получили витамины. Сейчас зима, сейчас самое то. Насыщать себя витаминами от нашей прекрасной компании. Вот, и самое главное, в этом бьюти-боксе мы получили часы. Эти часы для спортсменов. С ними можно и нырять в воду, как я прочитала, и там чуть ли не 37 режимов работы, ну, именно вот по спортивной тематике. То есть часы очень крутые, очень навороченные Samsung. Вот, поэтому всем советую, конечно, участвовать в данной программе. Плюс, помимо часов, мы еще выиграли в этом бьюти-боксе зарядку беспроводную для телефонов. Это тоже очень удобно, потому что мы любим путешествовать, мы ездим на юг, и вот эта подзарядка для телефона нам, конечно, как нельзя кстати будет. И плюс еще в этом же боксе есть такая штучка для блока на чемодан. То есть закрывает, ставишь замок, и никто твой чемодан не откроет. Тоже очень удобная вещь. Полностью бокс, если посчитать, то он выходит где-то чуть больше 30 тысяч рублей. То есть представляете, если вы выиграете вот такой бокс, за 30 тысяч практически, ну, можно сказать, что ничего сверхъестественного я не сделала. Я сделала, выполнила свой личный товарооборот и пригласила двух новичков с заказами от 50 баллов. Поэтому всем, конечно, советую участвовать в этой программе. У нас еще есть целый каталог, чтобы поучаствовать в таких программах. Сегодня вот был розыгрыш. Еще будут, получается, до марта месяца розыгрыши. Поэтому я всем, конечно, советую в данных розыгрышах участвовать и выигрывать очень классные подарки от компании. Все, всем спасибо. Пока-пока. Вот так вот. Круто, да? Поучаствовать, создать товарооборот, вырасти и зайти в программу, да, которая называется «Все в плюсе». И еще выиграть бокс, который стоит 30 тысяч рублей, да, подарков на 30 тысяч рублей, а вам этот бокс застался за 1 рубль. Это просто вообще шикарно. Лида, ты просто, значит, заслужила, вселенная тебя наградила. И вот прям вот очень-очень круто. Я очень-очень рада, что в нашей команде и СПО-партнер открыла Наташа Кузнецова. И такой крутой подарок нашей команде достался. Вот прям вот чувствую, что скоро мы так с вами взлетим. И желаю выиграть MacBook и выиграть телефон еще. А я поздравляю Таню Апарину с выигрышем маски на Вэдж. Этот розыгрыш был именно от нашей команды Пономарёвых. И сегодня с утра я провела прямой эфир в Инстаграме, и случайный генератор чисел выбрал Таню. Танечка, я тебя еще раз поздравляю. Скоро я тебе эту масочку передам, как мы с тобой только встретимся. И, в общем, поздравляю тебя с первым твоим выигрышем в компании Oriflame. И вчера у нас с вами было открытие каталога, уже третьего каталога. И впервые открытие каталога было только на команду Вики Решетниковой. Вика уже, вот прям у Вики уже большая, огромная команда. Да, и сегодня Лена Рублева тоже про это рассказывала, что когда они только начали расти, ну, готовились там к открытию бриллианта, тоже было открытие каталога в кафе Кре. Вика там была новичком, да, какая она была неуверенная, какая она была хрупкая, и какая она сейчас гордая птица, сильная, такая прям ух, такая, да. Вот, у Вики большая команда, и девчонки вчера были на открытии каталога. И у нас ездила Аня Башорина. Она нам тоже записала с вами голосовое сообщение. Сейчас я включу, и Аня нам расскажет обратную связь по
По открытию каталога. Сейчас, минуточку, я найду. Всем привет! Вчера прошло очередное открытие каталога в городе Кирове. Слышно ли, девчонки? Что я могу сказать? Встреча прошла в кафе сообщений с поздравлениями нового уровня. Было девочек очень много, было 3%, 6%, 5%. Я тоже пришла менеджером компании, но видно, что пару у нас расширяет, новые люди приходят, и это очень важно. Для себя лично это была у меня встреча такая мотивация. Посмотреть вот на директоров, на тех, у кого уже получился результат, послушать что-то такое волшебное, может даже не секрет, никаких секретов показывать не надо, просто больше работать. Вчера я наблюдатель решила посетила мероприятие, разбавила сопла, как нового дня. Сидела дома в четырех стенках, куда-то как съездила, развеялась и собрала свои книги. Очень рада, что себе позволила вложить деньги в книги. То есть это для саморазвития в первую очередь. Но для меня важно обладать информацией из книг, чтобы в дальнейшем обучать своих партнеров, менять свое шаблонное мышление. Нет. Связано общаться, чтобы потом в дальнейшем на сцене какие-то слова подбирать, речи готовить и своих партнеров получать. Обладать информацией о бизнесе, о продажах. Для меня очень важно читать книги. Я взяла для себя две книги, как «Паше», «Лидер без титула», «Магия утра», «Трансформатор», «45 татуировок Продавана», «5 языков любви», «Как продать себя дорого». Отдельное спасибо за встречу Лене Шиповиной и Ирине Артышевой. Проводили, довезли до автобуса в Чепецк за общение, за встречу. Очень я рада, что у нас дружная команда. Еще раз убедилась, что наш бизнес личный. А мы каждый ответственный за его ведение, организацию. Никто, кроме нас самих, не сделает результат. Самое большое мое желание – это освободиться от наемной работы. Я вчера сидела, слушала историю успеха, то, конечно, у меня первая мысль скорее открыть звание. И на самом деле жить такой жизнью, которую каждый заслуживает. Посещать эти же мероприятия, обучать людей, мотивировать, зарабатывать деньги самой, помогать зарабатывать личным партнерам. У меня все. Спасибо за внимание. Ух, классно, да? Инвестиция в свою голову, книги, это очень важно в нашем бизнесе. Хотя сейчас очень многие лидеры говорят, кто пришел именно бомбить и делать результат, ну, как бы книги надо отложить на задний план, да, и только рекрутировать и создавать товарообороты и рассказывать про бизнес. Но я считаю, что книжки нужно читать, ну, хотя бы там даже 3-5 страничек в день. Это нам помогает развивать разговорную речь, да, более становиться коммуникабельными. И книги нам помогают в чем? Они помогают нам писать посты, они нас направляют на правильные какие-то действия. Книги – это вообще наши наставники. Вот книги, которые купила Аня для себя, ее вчера Вика Решетникова назвала самой читающей девушкой в проекте «Парус», поэтому, Аня, молодец, давай все читай, делись с нами. И из представленных книжек я не читала только 5 языков любви. Не знаю, может быть, я еще пока не созрела для этих любовных каких-то перетрансформаций, да. Но вот эти вот все книжки «Паше», «Лидер», «Продай себя дорого», «Трансформация», «Магия утра», «Лидер без титула» – это просто вообще те книжки, которые вы должны все прочитать. Только благодаря книгам и только благодаря общению с теми людьми, у кого получилось, у вас будет перетрансформация, у вас будет меняться мышление, вы будете понимать, что вы в нужном месте, в нужное время. Так что не жалейте денег на книжки, обязательно читайте,
хотя бы раз в 3 месяца там позволяйте себе купить бумажную книжку и почитать ее. Всем советую начать чтение. Это книжка «Лидер без титула» и книга П.Ш. Хара. Вот П.Ш. просто вообще взорвет ваш мозг, полностью перевернет мышление, потому что в книжке именно описана какая-то вот такая вот история жизни человека, и очень много чего можно примерить на себя и понять, как нужно себя уже начать менять. Вот, Ань, большое спасибо. Итак, ребята, сейчас все с поздравлениями и с нашими, так сказать, короче, с поздравлялками заканчиваем. Сейчас немножечко такой рабочий момент. Хочу еще раз обратить внимание, да, что у нас с вами стартовал третий каталог. Да, это третий каталог уже в 2020. И как он пройдет? Какой будет итог? Какой будет уровень и сколько будет денег, важно запланировать это уже сегодня. Я всегда пишу планы в нулевой день. Да, то есть я прописываю, что нужно сделать. Личный товарооборот, рекрутирование, обучение и так далее, и так далее. Да, то есть я планирую не только для себя, я планирую и для команды. Поэтому очень важно, девчонки, написать план и понять, что все зависит от вас. Как пройдет каталог, как он пройдет и какой будет итог, зависит от вас. Самый важный документ в нашем бизнесе – это информационный листок. Это ваш бизнес, и вы его должны спланировать в нулевой день, ну, в первый день хотя бы, пускай. Запросить информационный лист прошлого каталога и запросить информационный лист этого каталога. Сделать сравнение и уже какие-то акции прокачивать и общаться с партнерами именно в начале каталога, а не в конце каталога, когда ты будешь делать заказ. Нужно и важно работать с людьми, нужно и важно доносить информацию. Вот, поэтому твой информ-лист равно твой бизнес. Это твоя ответственность. И вот когда ты научишься брать ответственность на себя, у тебя начнет все получаться. Научитесь запрашивать информ-лист, научитесь его читать, прочитайте всю аббревиатуру, поймите, как же, что же там написано. Я очень много раз скидывала разные видео, как запрашивать информ-лист. Я думаю, что на YouTube это все есть, но кто еще прям вот конкретно не разбирается, давайте еще раз тогда встретимся в скайпе. Я покажу, как запрашивать информ-лист, как смотреть, что куда. Потому что это важный документ для развития бизнеса. Сейчас хочу вам показать примеры объемов работы на команду. Что для нас важно? Расти важно каждый каталог, не топтаться на месте. Да? И вот смотрите, если 3 человека пришли в команду, и они разместили каждый по 150 баллов бонусов, это уже прирост 500 баллов бонусов. 500. 3 человека по 150 баллов. И плюс 1, да, это 50 баллов. Чтобы прирасти на 1000 баллов бонусов, да, это нужно пригласить 7 человек с команды, 7 человек, чтобы они разместили заказы по 150 баллов бонусов. Это уже 1000 баллов прирост, 1000. Не надо работать в одиночку, мы здесь работаем с командой, и этот план уже выставляется на ключевую команду. Если вы пришли сюда за деньгами, если вы рекрутируете, если вы рассказываете про возможности, то организация 150 баллов и 2 курекрутов – это план для роста. Чтобы прирасти на 1500 баллов бонусов, снизу растет команда, растут все. Да, это нужно 10 человек по 150 баллов бонусов. 10 человек. Если у вас в команде 10 ключевых партнеров, каждый человек пригласил по одному партнеру и ваш разместил по 150 баллов, это уже прирост 1500 баллов. Это реально. Это реальная работа с командой. Да? Это реально выполнять такие объемы. В нулевой день сделал свой личный товарооборот 150 баллов. И весь каталог 21 ты рекрутируешь. Создаешь
поток регистрации в команду, сопровождаешь и обучаешь. Это все вот так вот идет. Хотите расти быстрее, берите теплый рынок. Не ходите и не сидите на холодном рынке. У вас есть теплый рынок. У друзей друзья есть, у друзей друзей друзья. Отрабатывайте. Не идите рекрутировать куда-то там, не знаю, на кулички. У вас есть вот свой район, свой регион. Работайте там. Потом оказывается, у меня подружка ушла в другую команду. Блин, а я ее не позвала. Да что ж делать-то? Чтобы таких ситуаций не было, важно позвать всех сейчас. Если вы не зовете свой теплый рынок, ваш теплый рынок уводят из других команд. Почему? Почему кто-то растет, а кто-то не растет? Вообще, кто виноват в этом? В чем вообще причина? Вот почему нету роста? Ты причина всему. Я причина всему. Вы причина всему. Не компания, не обстоятельства, не спонсор, не команда, не партнеры, не муж, не дети. Ты причина и точка. Все начинается с нас. Какой ты, такая команда. Поэтому не ищите какие-то подвохи, не ищите и не копайтесь в ком-то. Ой, она пришла, я сделала две регистрации, но у меня никто не включился. Две регистрации, но неужели из двух регистраций надо делать статистику? Не ищите причин, причина только в вас самих, в вас. Никого не вините, вините только себя. Вы вообще хотите зарабатывать? Я вот команда с вами сейчас разговариваю просто конкретно, вы хотите зарабатывать? Если вы хотите зарабатывать, надо работать. А работа у нас заключается в организации товарооборота и приглашении людей в команду. Смена розничного магазина на свой интернет-магазин. За год можно вырасти 2 директора. С нуля. С нуля. Это 2 команды по 7500. Это 2 директора с товарооборотом по баллам бонусов. 15 тысяч баллов бонусов. За 17 каталогов можно вырасти, если начать работать сегодня. И если каждый каталог делать прирост 1000 баллов бонусов. 500 баллов. Вот две ветки. 500 баллов сюда, 500 баллов сюда. 1000, потом опять. И выявляются ключевые партнеры, организуется товарооборот и открывается новое звание, новый уровень. Прирост, каждый каталог должен наслаиваться. Сделали 1000 баллов прирост, следующий каталог снова 1000 баллов прирост на ту 1000, которая была, потом на 2000 баллов прирост, 3000, и вот так все вниз. 2 курекрута и 150 баллов бонусов – это план для роста. Новички, кто пришли во втором каталоге, вы заходите в программу «Все в плюсе» и в программу «Я буду расти». Все старички, которые не зашли во втором каталоге в программу «Все в плюсе», у вас уже нет возможности попасть в эту программу. Все ваши бонусы – это только премии и доход. А все новички могут заработать 300 тысяч рублей в конце года только премиями. Премиями. Вы только посчитайте и подумайте. А ваша наемная работа предлагает вам такие возможности. И наша основная работа заключается в приглашении людей в команду и обучении людей. Так, сегодня что-то я затянула планерку. Так что вы причина. Вы причина. Только на себя смотрите. Подошли в зеркало, посмотрели на себя. Все начинается только с нас. Во всех нас сидит большой тигр. Выпускайте этого тигра на волю и создавайте большую ключевую команду. Вся твоя жизнь на 90% зависит от тебя самого и лишь на 10% от обстоятельств, которые на 99% зависят от тебя. Все, всем большое спасибо. Команда Пономаревых, я вас люблю. Я вам всем желаю роста, я вам всем желаю результатов. Пишите мне в личку, доставайте вопросами и до встречи в чате. Все.
Пока.